военная сумка, которая крепится в основном броней на пояса, куда угодно. У них есть универсальная система крепления. То есть, может быть, обращали внимание, переплетение из тропы идут полоски. И на сумке тоже идут переплетения из тропы. И такая вот полоска тоже из тропы, пластик так называемый, который потом сплетается сюда и вот, ну, вот так заплетается, чтобы в нужный момент оно все не отвалилось. Сама стропа, которая туда будет заходить, она мягкая очень. И вот и для того, чтобы укрепить ее, чтобы все было проще и быстрее, карточка вот так разрезается, кусочек вставляется, зашивается туда. Получается плотный такой пластик. Переплетаются. Будут очень хорошие клястики. И очень много. Да, ПСО Амур собрали 4500 штук. Огромное спасибо. Будем что-то думать. Мы старались.